В Москве выдающихся спортсменов, ученых и артистов хоронят на Новодевичьем кладбище. В Петербурге же самым престижным считается Волковское кладбище. Здесь, на литературных мостках, покоятся писатели Тургенев и Куприн, ученый Менделеев, мать Ленина, революционер Плеханов. Тут же было решено хоронить и Костомарова. Он долгое время тяжело болел. Ухаживавшая за ним мать заразилась и за несколько суток сгорела от крупозного воспаления легких. Друзья не чаяли спасти и его самого, уже купили на Смоленском кладбище рядом два места, одно для матери и второе для сына. Но кризис миновал, лишь через 10 лет болезнь вернется. Профессор медико-хирургической академии, осмотрев знаменитого пациента, дал понять родным, что его состояние безнадежно. Тогда же, как рассказали на Волковском кладбище, домашние умирающего приехали сюда и навели порядок. Начали готовить место, где вскоре должна была появиться свежая могила, счет шел на дни.